Привет, друзья! В этом видео мы свяжем очень красивый ажурный узор. Вяжется узор спицами. Количество петель должно быть кратным 10 плюс 11 петель для симметрии плюс 2 кромочные петли. Высоту раппорт узора состоит из 22 рядов. Этот узор красиво будет смотреться на ажурных кофточках, платьях, на летних маечках, футболках. Вот так узор выглядит с лицевой стороны. А вот так с изнаночной стороны. На этом образце я выполнила раппорт узора 2 раза. Давайте теперь начнем вязать. Итак, вот я набрала 23 петли на спице. То есть я буду вязать один раппорт узора. Это 10 петель плюс 11 петель для симметрии плюс 2 кромочные петли. Первую петельку я снимаю как кромочную, не провязанной. И дальше я начинаю вязать петли симметрии перед моим раппортом. Я провязываю одну лицевую, делаю накид, затем 3 лицевые. Все, петли симметрии я провязала, и теперь я начинаю вязать раппорт узора. Вот эти 3 петельки я должна провязать вместе одной лицевой, только с наклоном влево, то есть за задние стенки. Я вот так ввожу правую спицу в 3 петли и вытягиваю из них вот так одну петлю. Дальше я провязываю 3 лицевые. Делаю накид. 1 лицевая. Делаю накид. Снова 3 лицевые. Все, раппорт узора я связала, и теперь я вяжу петли симметрии после раппорта. Это я провязываю 3 лицевые вместе 1 лицевой за задние стенки. Снова провязываю 3 лицевые. Делаю накид. 1 лицевая. Последняя петля это кромочная, изнаночная. Все, первый ряд я связала, поворачиваю работу. Теперь я буду вязать второй ряд. Все четные ряды это изнаночная сторона. И петли нужно вязать по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Первую петельку я снимаю и смотрю. На меня смотрят изнаночные петли. Я их вяжу изнаночными. Вот накид тоже провязываю изнаночной петлей. У меня все четные ряды в этом узоре это изнаночные петли. То есть на меня смотрят все изнаночные петли. Лицевых петель здесь нету. Итак, я вяжу второй ряд изнаночными петлями до конца ряда. Последняя кромочная провязываю изнаночной. Все, поворачиваю работу. Теперь я буду вязать третий ряд по схеме. Первую петлю я снимаю, это у меня кромочная. И дальше я начинаю вязать петли симметрии перед раппортом. Это у меня 2 лицевые, накид, 2 лицевые. И начинаем вязать раппорт узора. Я провязываю вот эти 3 петли вместе 1 лицевой за задние стенки. Дальше у меня 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые. Все, раппорт узора связала и вяжу петли симметрии после раппорта. Это 3 лицевые провязываю вместе 1 лицевой за задние стенки. 2 лицевые, делаю накид, 2
лицевые. Последняя петля у меня кромочная, изнаночная. Все, третий ряд я связала, четвертый ряд вяжу по рисунку. Теперь вяжем пятый ряд по схеме. Первую петельку я снимаю, а следующие две петли мне нужно провязать вместе одной лицевой с наклоном вправо. Но так как я вяжу бабушкиным способом, мне эти петельки нужно развернуть. Я их переснимаю на правую спицу, возвращаю на левую спицу. Вот, я стеночки петель повернула. И теперь мне нужно провязать вот за вот эти передние стенки, то есть наклоном вправо. Вот так. То есть я две петли провязываю вместе одной лицевой. Дальше я делаю накид. Одна лицевая, накид, одна лицевая. Все, петли симметрии я связала и начинаю вязать раппорт узора. Я должна провязать вот эти три петли вместе одной лицевой с наклоном влево, то есть за задние стенки. Дальше у меня одна лицевая, накид, лицевая, накид. Снова 3 петли я провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. Делаю накид, лицевая, накид, лицевая. Раппорт узора я связала, вяжу теперь петли симметрии после раппорта. Это у меня вот 3 петли вместе одной лицевой. Дальше лицевая, накид, лицевая, накид. А вот эти 2 петельки я провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Вот так. Последняя петля кромочная, изнаночная. Все, пятый ряд я связала, шестой ряд я вяжу по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Седьмой ряд по схеме. Первую петлю я снимаю и вяжу петли симметрии перед раппортом. Это 4 лицевые. Делаю накид и начинаю вязать раппорт узора. Эти 3 петли я провязываю вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Дальше делаю накид. Потом я должна провязать 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаю накид. Все, раппорт узора я связала и вяжу петли симметрии после раппорта. Вот эти 3 петли провязываю вместе одной лицевой за задние стенки. Дальше я делаю накид и 4 лицевые. Последняя кромочная, изнаночная. Все, седьмой ряд я связала, а восьмой ряд я вяжу по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Все накиды провязываю изнаночными петлями. Теперь вяжем девятый ряд. Это все лицевые петли. Первую петлю снимаю, это кромочная, и вяжу лицевые петли до конца ряда. То есть лицевые петли я вяжу бабушкиным способом. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Дальше я буду вязать 10 ряд по схеме по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Теперь вяжем 11 ряд по схеме. Первую кромочную я снимаю и начинаю вязать петли симметрии перед раппортом. Вот эти две петельки я разворачиваю, потому что мне их нужно провязать вместе одной лицевой только за передние правые стенки. Вот так, с наклоном вправо. Дальше я вяжу 3 лицевые. Делаю накид и начинаю вязать раппорт узора. Лицевая, накид, 3 лицевые. Вот эти 3 петли я провязываю вместе одной лицевой за задние стенки. Вот так. Дальше снова 3 лицевые. Делаю накид. Все, раппорт узора я связала и начинаю вязать петли симметрии после раппорта. Лицевая, накид, 3 лицевые. Вот эти 2 петельки провязываю вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Последняя это кромочная, изнаночная. Все, 11 ряд у меня готов. И теперь я буду вязать 12 ряд по рисунку, то есть так, как смотрят петли. 13 ряд по схеме. Первую петельку снимаю, это кромочная, не провязанная. Вот эти 2 петельки я разворачиваю,
и провязываю их вместе одной лицевой с наклоном вправо. Вот так. Дальше 2 лицевые. Делаю накид. 1 лицевая. Все, петли симметрии провязала и вяжу раппорт. 2 лицевые. Делаю накид. 2 лицевые. Вот эти 3 петли я провязываю вместе одной лицевой. То есть наклоном влево за задние стенки. Вот так. Дальше у меня 2 лицевые. Накид лицевая. Все, раппорт узора я связала, и теперь вяжу петли симметрии после раппорта. Это 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Эти 2 петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. Последняя, кромочная, изнаночная. Все, 13 ряд я связала, и теперь вяжу 14 ряд по рисунку. 15 ряд по схеме. Кромочную снимаю. Следующие 2 петли я их разворачиваю, потому что я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид. Петли симметрии я провязала и начинаю вязать раппорт узора. Это будет у меня 3 лицевые за заднюю стенку с наклоном влево. Делаю накид. Потом 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Следующие 3 петли я провязываю вместе одной лицевой за заднюю стенку. Дальше лицевая, накид, лицевая, накид. Это и есть раппорт узора. И вяжу теперь петли симметрии после раппорта. Эти 3 петельки я провязываю вместе одной лицевой за задние стенки, то есть с наклоном влево. Дальше делаю накид, лицевая, накид, лицевая. И вот эти 2 петли провязываю одной лицевой с наклоном влево. Последняя — это кромочная петля. Все, я провязала 15 ряд, а 16 ряд вяжу по рисунку, то есть так, как смотрят петли. 17 ряд по схеме. Кромочную снимаю. Следующие 2 петельки я разворачиваю. И я их должна провязать вместе одной лицевой, только с наклоном вправо. То есть за передние правые стенки. Дальше я делаю накид и 3 лицевые. Все, петли симметрии перед раппортом связала и начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые. Делаю накид. Следующие 3 петли мы провязываем вместе одной лицевой за задние стенки. Делаю накид и 3 лицевые. Раппорт узора связала и вяжу петли симметрии после раппорта. Это 4 лицевые. Накид. И 2 петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево за задние стенки. Последняя — это кромочная и изнаночная. Все, 17 ряд я провязала, 18 ряд вяжу по рисунку. Теперь вяжем 19 ряд. Первую петельку я снимаю и вяжу петли симметрии. 2 лицевые, потом делаю накид. Вот эти 3 петли провязываю вместе одной лицевой за задние стенки, делаю накид. Все, петли симметрии провязала и вяжу раппорт узора. Это лицевая, накид. Вот эти 3 петельки вяжем вместе одной лицевой с наклоном влево. Делаем накид. Потом 3 лицевые. Накид. Следующие 3 петли я провязываю вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Делаю накид. Все, это и есть раппорт узора. И дальше вяжу петли симметрии после раппорта. Это лицевая, накид. Следующие 3 петли провязываю вместе одной лицевой за задние стенки. Делаю накид. И 2 лицевые. Последняя — это кромочная и изнаночная. 19 ряд я связала и 20 ряд вяжу по рисунку, то есть так, как смотрят петли. 21 ряд по схеме вяжем лицевыми петлями. Первую петельку я снимаю и до конца ряда я вяжу лицевые петли. Я их вяжу бабушкиным способом, то есть за заднюю стеночку.
Последнюю кромочную это изнаночная петля. Все, 21 ряд я связала, 22 ряд я вяжу по рисунку. То есть, так как смотрят петли, но это у меня все изнаночные петли. Все, я провязала в высоту 22 ряда, и теперь я буду повторять узор с первого ряда. И посмотрите, какой красивый получился у нас ромб, ажурные из накидов. Давайте сравним. Вот здесь я провязала один раппорт узора и в ширину, и в высоту. А вот на вот этом образце я провязала в ширину 2 раза раппорт узора. И вот так смотрится мой узор. Вот такие ажурные красивые ромбы. Всем большое спасибо за внимание. Пока. Желаю вам ровных петелек.